Из одного города в другой доехать, например, в час пик, например, с 5 часов до 8 вечера невозможно. Просто хотелось бы как-то, может быть, решить эти проблемы. Есть много способов построить дороги, естественно, расширять, я не спорю. Также есть такие, так, например, в Европе есть светофоры, которые подстраиваются под движение. Почему мы не можем, например, привезти из Европы те же самые светофоры, которые, да, не спорю, они стоят, но они хотя бы разгрузят наш город. Наш Краснодар входит, по-моему, в топ-5 проблемных городов по пробкам и вообще, в принципе, по автотранспорту. Как бы, ну, 2 часа ехать из одного конца в другой, причем расстояние составляет не там, не 300 километров, не 200 километров, а каких-то несчастных 10 километров, это просто убивает и как бы угнетает. Если, да, отпустим, например, в час пик, ну, есть специальное подразделение, гаишники, да, вы выпустите их, пусть регулируют, за что деньги платим мы. Как бы, ну вот это очень обидно и как бы неприятно.